В 2020 году объем государственной поддержки хозяйств Тверской области, которая специализируется на севе льна долгунца, увеличено на более чем на 3,5 миллиона рублей, составило 59 миллионов. В 2020 году, благодаря увеличению поддержки, посевные площади для культуры составили свыше 5000 гектаров. Наибольшее количество территорий сосредоточено в Бежинском, Калязинском, Торжокском районах. В Тверской области льноводство – одно из наиболее перспективных направлений растениеводства. Именно поэтому правительство региона прикладывает огромные усилия, чтобы развивать отрасль год от года. Так, в Верхневолжье с 20 до 50% увеличены субсидии на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники для тех товаропроизводителей, кто занимается производством и переработкой льна долгунца. Кроме того, сейчас перед аграриями стоит задача по увеличению экспортного потенциала к 2024 году. В этой связи поддержка оказывается по нескольким направлениям. Это субсидирование при проведении мелиоративных работ и компенсация затрат на транспортировку. Направления, связанные уже непосредственно с транспортировкой, здесь также будем работать с федерацией, где будем возмещать расходы сельхозтоваропроизводителей, там порядка 50% от затрат, произведенных по транспортировке. Льняной комплекс Тверской области располагает богатым производственным и научным потенциалом. В регионе планируется создание научно-образовательного центра по изучению, производству и переработке лубяных культур. Центр позволит привлечь средства федерального бюджета, материальные и интеллектуальные ресурсы на развитие льноводства региона. С учетом практико-ориентированного подхода сделать специализацию по подготовке специалистов для отрасли льноводства, начиная от селекционеров и далее по всей цепочке, включая переработку льна, специалистов по дальнейшей работе с льноволокном и дальнейшее применение льна как уже технической культуры, имеющей современное значение и в космической промышленности, в оборонной промышленности, в композитных материалах. Научно-образовательный центр будет заниматься развитием инновационных технологий, глубокой переработки льнопродукции, созданием новых энергоэффективных материалов, внедрением наукоемкого оборудования для уборки культуры и приготовления льнотрясты. Это позволит не только проводить подготовку специалистов на более высоком уровне, но и внедрять инновации, благодаря которым Тверская область еще долгие годы будет занимать одно из лидирующих мест в России по производству льнопродукции.